Здравствуйте, уважаемые участники турнира и гости. Я всех поздравляю с сегодняшним турниром и всем желаю крепкого здоровья, дальнейших спортивных больших успехов. Приветствую от Федерации дзюдо Кыргызстана. И еще раз я буду приветствовать воспитанников Петра Николаевича, именно Кулигина Наталья, что за организацию. Спасибо вам, что вы вспоминаете своих тренеров. И всем желаю успеха в спорте. Большое спасибо воспитанникам, общим воспитанникам Петра Николаевича. Очень благодарна, очень даже благодарна вам, от души благодарна. И объявляю открытым второго турнира, международного турнира на память тетюза Петра Николаевича. Спасибо. Республики. Он был первый спортивный директор нашей федерации. Все то, что сегодня наши ребята представляют на международной арене и поднимается флаг Кыргызстана, во многом есть заслуга Петра Николаевича. Хочу пожелать всем успехов, хороших побед. И я надеюсь, что те участники, которые сегодня принимают участие на наших соревнованиях, в дальнейшем будут участвовать на чемпионатах континентальных союзов, чемпионатах мира, Олимпийских игр. Удачи вам, ребята! Спасибо! С Петром Николаевичем мы прожили много лет. Я знаю всех его воспитанников. И я очень рад, что такое прекрасное мероприятие проводит его воспитанники, продолжая его дело. Я очень рад, что именно он, как педагог, воспитал таких людей, которые безумно любят и фанатично любят борьбу в дзюдо, развивают ее для того, чтобы прославить Киргизскую республику на международных соревнованиях. Я уверен, я смотрел на многих международных соревнованиях, как киргизские спортсмены стали все чаще и чаще подниматься на пьедестал различных соревнований. И надеюсь, что благодаря Петру Николаевичу и его воспитанникам наконец-то в Кыргызстане появятся медалисты Олимпийских игр, чемпионатов мира. Спасибо вам, всем вам удачи. Спасибо. Следующее слово позвольте предоставить. Очень хочу сказать, что Петр был очень сильный человек. И даже сейчас, когда его нету, он нас всех объединяет. Он нас объединяет, нас всех собирает. Я хочу, здесь присутствует старший тренер сборной Киргизии, мой большой друг Юнусов. Я хочу пожелать, чтобы вокруг этого турнира ты дружный, чтобы мы радовались, что у вас очень сильный состав. У вас мы сейчас видим, что сильный большой прогресс, очень много хорошей молодежи. И я хочу, чтобы этот турнир стал каким-то таким шагом вперед. Да, нету Пети, да, нету Джигала Сургалдеева, да, нету ребят, которые ушли. Но мы память несем в вас, молодых ребятах, мы память несем в нас, в тренерах, которые мы помним. И я еще раз хочу сказать, что пускай этот турнир, как говорит наш президент, Нурсултан Абишевич Назарбаев, чтобы наш турнир объединял людей за объединение. За всех, за вас. Спасибо. Вопрос. С Тельпизовым мы были хорошими друзьями. Практически как человек, как личность, он формировался у меня на глазах. Он был всегда активный, всегда инициативный. Когда боролся, достойно представлял нашу республику на всесоюзном турнире. Затем работая тренером, показал себя как хороший специалист, знающий футбол. Вы знаете, будучи еще в те времена в Советском Союзе, мы жили,
Он уже тогда имел прекрасный зал. Можно сейчас назвать этот клуб «Дикарь Конор». Многие из здесь присутствующих знают. Универсальный, хороший зал. И очень жаль так, что случилось, что он очень рано ушел. Но за эту короткую жизнь он много сделал для нашей республики. Внес большой вклад в развитие и популяризацию борьбы дзюдо у нас в Кыргызстане. Я бы хотел от всей души пожелать вам удачи. И давайте посвятим Петру Николаевичу хорошей, чистой, красивой борьбы, победы и дзюдо. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо вам. Ой, следующее слово. Представители, судьи, наши болельщики, большое вам всем спасибо за то, что вы нашли такую возможность посетить этот турнир, который имеет для нас особое значение. И благодаря вашему присутствию соревнования наши получились очень интересными. И борьба очень всем нравится. Мы действительно хотим выявить справедливо, честно, в честной борьбе хотим выявить настоящих победителей. Спасибо вам всем большое. Приезжайте к нам каждый год. И наш турнир будет проводиться еще лучше. Спасибо. Спасибо и низкий поклон вам всем, кто помнит моего тренера. Тогда мы считались девчонками гибкого пути. И он руководил нами, а в целом он руководил всем дзюдо. Я думаю, он дал большое развитие, большой шаг и большой стимул для всех. Поэтому огромное спасибо команде Узбекистана в первую очередь, потому что вы не забыли нашего тренера и, несмотря на тяжелейшие возможности, приехали к нам. Впервые участвует на нашем турнире команда из Ирана. Спасибо огромное вам за то, что вы так далеко ехали, и вам так было трудно, но вы доехали до нас. Ну и, конечно же, Россия. Спасибо вам огромное. Вы не забыли нашего тренера. Спасибо всем огромное и низкий вам поклон. Казахстан, конечно же, вы всегда с нами. Вы всегда с нами, и Грузия также во второй раз участвует на нашем турнире. Спасибо огромное. Спасибо вам, уважаемые организаторы, тренера, уважаемые огромные. Побольше силы, чистых побед. Спасибо. Ну а сейчас, друзья, перед тем, как продолжить...
Thank you.
Вячеслав Вячеславович Юрьев. Слава Богу! Thank you.
перечитали, дикие и голову помляли. А я там, Татьяна Аматурова.
Thank you.
и китайцами в лоту пожелали и заработать истерит и чревитую фантазию отчетную. Серьезный акт и монаху. Пожалуйста. Евгений Татанин, Дикий Ионгур, Ульянов, Грудин. Thank you.
Thank you.
Перед штатами, дикости, голову, голову.